Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква С в этом имени означает здравый смысл. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Я сегодня не такой, как вчера. Вот девиз человека, обладающего буквой Т. Эти люди замечают мистические знаки очень просто. Иногда им достаточно посмотреть на циферблат часов или номер, едущий рядом машины. Многие владельцы этого имени уже научились правильно проектировать и менять свою жизнь по их усмотрению. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Звук Л дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Внешне человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква Т в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы Х в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Звук Е также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Присутствие буквы О в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Буква Р наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Если буква Е является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.